А теперь к данным по коронавирусу. За сутки в Тюменской области 162 новых случая. Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека. Это двое мужчин 58 и 67 лет, а также женщина, которой было 62 года. За весь период в регионе 25 569 заболевших. Еще 160 человек выписаны из больниц. В России за сутки более 24 000 положительных тестов. Выздоровели почти 28 000 пациентов.